Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1416. События дня. Матфея 24:14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. За 30 октября 2019 года. Наше обращение не наше. Обращение человека, который очень нуждается в помощи. Тот, который кормит людей. Для фермера. Купить комбайн. Вот получил один книги. Вот книги получил. Вот. А такой у нас закон, что кто получит, сделать фотографии. Вот сейчас я покажу даже фотографии. Вот. Косикин. Новый Завет получил. Чудные книги, больше не издать. Вот он, трехтомник. Ну, это батюшка, отец Аким был в Москве у священника Петра Михалева. Ну, на этом вот. Еще тут намного или не намного. Так, теперь я снова возвращаюсь сюда. И вот. И вот дальше. Считайте, здесь даже англичане прислали. I have been watching your videos, Ignatiy Tikhonich, for a while now. Just want to say that your videos helped me improve my life in a big way. Thank you again. То есть повлияло так на него, что исправился к лучшему и снова благодарит. Видите как? А это жалоба на Сергея Пупкова. Елена пишет. И наша переписка.
Вот так. И наша переписка. Ну, я тут не захвачу, сейчас нету. Речь зашла о женах. Вчера два раза у меня была авария с компьютером. Первый раз многим рассылку сделал в скайпе. Но там в рассылке, где занятия идут, как молимся. И ссылки на ролики. И что-то закрыло, как что-то у вас там вроде надо вам пароль сменить. Я даже не знал, что все исполнил правильно. Они должны прислать номер контрольный, а его нету. Я Вячеславу позвонил, что-то сделать надо тут, Вячеславу, в Казань. А он местному нашему близкому человеку, программисту, тот сразу ответил, иду, и Вячеслав сказал обнять вас, подошел, обнимает меня. Ну, выполнили задание. И он посмотрел, а где смс-ки, а у меня телефон этот 7 лет, и за 7 лет я ничего не удалял. Все забито там. И он замер. Теперь мне скинули, а оно туда не вошло, ее нету. Теперь сразу цифры проявились, эти поставили, и открылось. А вечером непонятно почему, что, какая причина. Включил свет на кухне, она сверкнула, и в него сгорела, и дальше свет погас. И вроде бы я включил здесь, и все опять погасло. Вызвали опять уже в 10 часу, в 9 часов другого программиста нашего же. Он осмотрел, все вскрыл, оказался провод пережженный, как перекушенный. Ну, стали думать, что кот перекусил, но это в таком месте там, даже не знаю, мог ли он пролезть, как-то сломили где-то, перегнули. Тогда все и говорим, вот сейчас нету интернета, но ладно, электричество есть, мы сидим, считаем. А если электричества нет, жгли лучину. А лучины нету, только молиться. Тоже верующий найдет себя, а неверующий, он с ума сойдет. Ну, я много выставляю роликов тут, свои вопросы-то, которые я отвечал в университетах, по радио. И сейчас выставляю с двух сторон. С одной стороны Пупков идет по теме церковь, и дальше Вячеслав Семенов идет первые сначала. Бесы, волшебства. И так дальше друг к другу. Это на нашем сайте. Справа на первой странице стоят 55 папок, 4124 вопроса и ответа. Указываю, какая книга, какой ответ, согласно Слову Божьему, святых отцов, канонов церковь и житий святых, и мировой поэзии. Так что в это воскресенье, ну, осталось-то уже 3 дня с сегодняшним. Будет венчание в Потеряевке сына старосты Игоря Александровича, сына его Терентия. И там он на одну девушку познакомился. Она ко мне даже родственница, дочь моего племянника родного. В другом месте живут, и не из старообрядцев. Ну как, что будет сейчас? Ночью молился, и мысль на молитве пришла, что Володю надо отправить. А Игорь приезжает завтра, в пятницу, и думаю, с ним отправить, чтобы все заснять. Заснять, побыть там, ну, может, где-то что-то сделать. Ну, что тут сделать? В пятницу приедет, одна суббота. Но все равно суббота. Я говорю, тогда ботву на огороде убрать надо. Еще, может, что. И обратно поедешь, Надежду Васильевну забери. Там она все еще. А ее, которые там коробушки, такие, говорю, свозить, постепенно привезут. Вот такой наш день был. Вчерашнее событие его. Все.